10 октября, 2015 год, город Купянск, 13:08 по Киеву. На интернате. Да. Я уже прошел, я сейчас захожу в частный сектор. Да. Не надо. Я помню дорогу. А ты куда? Ну хорошо, давай, если тебе интересно. Давай. Хорошо. Были за здание. Сейчас их не вижу. А, солнце перестало светить на них. Ну, в общем.